утро, малыши! Всем привет! В эфире наш «Покажи класс». Филя, а как ты думаешь, все наши телезрители знают алфавит? То есть все ли знают порядок букв? Что за буквой А идет буква Б, после Б, В? Ты про это говоришь, Степашка? Ну да-да, именно про это. Я очень надеюсь, что все наши зрители с алфавитом знакомы. Ну почему ты об этом спрашиваешь? Одна юная конкурсантка, девочка Ая, прислала видео-селфи, в котором рассказывает, как упала азбука и буквы пострадали. А я подумала, ведь буквы еще и перемешались, наверное. А собрать их в нужном порядке может только тот, кто знает алфавит. Ой, да ты прав, Степашка, азбука упала, ну надо же. А можно и я это стихотворение послушаю, а? Конечно. Итак, внимание, Ая читает стихотворение Сергея Михалкова «Азбука». Скотутилась, спеси азбука свою. Пой на вывихну, а ножку влабит на буква М. Ты укаялась немножко, шарасыпусь совсем. Потеряла буквою пикотину свою. Хочу тиши на полу, поломала хвостику. В пятняшку как раскула, не брать из нее никак. Рука Эр перевернула, превратила вести в знак. Какая хорошая девочка! Ая, спасибо тебе за ролик! Между прочим, Ая не только читает стихи, она еще и бабушке на кухне помогает. Не может быть! Она ведь такая маленькая. А готовит, как взрослая. А тесто месишь? Да. Получается? Получается. Давай вот здесь вот меси. Иди сюда. Идем. Вот так. Вот так. Молодец. 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 Абике привет передай. Привет, Абика. Абикайчик скажи, привет. Абикайчик, привет. Ну помаши ручкой, Абикайчик. Так. Это мы кругляшочки сейчас будем делать. Кругляшочки? Угу. Я сама. Вот такие вот делаю кругляшочки. Вот видел? На самом деле готовит. По-настоящему. Ой, у меня нет слов. Ая, ты умница. А сейчас давай посмотрим видео селфи Насти. Она рассказывает, как рисовать кота. Кота? Да-да-да. Очаровательного котика, который стоит на стуле. Всем привет. Меня зовут Настя. Моя фамилия Гуськова и мне 6 лет. Сегодня я вам покажу, как нарисовать моего кота на стуле. Начинаем. Степашка, а ведь рисунок действительно получился очень хорошим. Спасибо тебе, Настенька, ты показала класс. Девочки и мальчики, покажите и вы свой класс. Участвуйте в конкурсе видео-селфи. А еще голосуйте на сайте программы за те ролики, которые вам понравились больше всего. Ну а на сегодня это все, ребята. Оставайтесь на канале «Карусель». Пока-пока. Пока.